Никол Пашинян и вся команда исполняющего обязанности премьер-министра слишком увлеклись работой в западном направлении, не замечая очень опасных явлений, происходящих у нас под носом. Идет процесс стремительной утраты прежних позиций в иранском направлении, что является очень тревожным сигналом для всего армянства. Как передает Ахарас, таким мнением поделился армянский политический обозреватель Размик Акабджанян. Как мы видим, Армения теряет верного союзника. Тегеран строил мечеть в Шуше, когда этот город был у нас. А сейчас их лидер говорит, что счастлив совершать намаз в мечети, который находится в азербайджанском городе Шуша. Мы уже видим, как укрепляется трио Азербайджана, Турции и России. В этих условиях потеря еще и Ирана для Армении может оказаться поистине губительной. Написал армянский эксперт. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.